Династия миланских художников и мастеров из семейства Предис, живших в эпоху Возрождения, постоянно привлекает интерес исследователей. Тем более, что их творчество до сих пор остается недостаточно изученным, а круг работ нечетко установленным. Самым известным художником этой славной фамилии является Джованни Амброджо де Предис, компаньон Леонардо да Винчи в период его пребывания в столице герцогства Миланского. Не так давно был извлечен из забвения его брат, глухонемой миниатюрист Христофоро. Остальные братья еще нуждаются в своих исследователях. Отец многочисленных талантливых сыновей Леонардо де Предис, Преда, состоял в трех браках, от которых имел шестерых достигших взрослого возраста сыновей. От первого брака с Маргаритой Джусани произошли Алоизио, Евангелиста, художник, Кристофору, мастер миниатюры. От второго брака родился Джованни Франческо. Известно, что он был студентом, изучавшим каноническое право. От третьего брака появились на свет Бернардино, чеканщик монет, изготовитель гобеленов, и Джованни Амброджо, художник-чеканщик. Семейство проживало в Милане, у Тичинских ворот, в приходе Сан-Винченцо ин Прато. Глава семейства также владел недвижимостью в Сидриано, в 15 километрах от столицы Миланского герцогства, которое постепенно уменьшалось, как полагал Малагуцци Валерий, вследствие наличия многочисленных наследников. Самые ранние сведения о творчестве Амброджо де Предиса, самого знаменитого из братьев, относятся к 14 февраля 1472 года и 11 мая 1474 года. Он упоминается в документах в качестве миниатюриста, расписавшего часословы для Виталиано и Франческо Баромео. В начале 1479 года его имя совместно с братом Бернардино исследователи находят в списках миланских ткачей. Спустя три года, 22 мая 1482 года, имя Джованни Амброджо де Предиса встречается в регистре гардероба герцога Феррарского. Там упоминается 10 изготовленных им атласных рукавов, преподнесенных герцогине от имени правителя Милана Людовико Сфорца. При этом Джованни Амброджо упомянут в качестве живописца. О первой конкретной живописной работе художника мы узнаем из договора от 25 апреля 1483 года, согласно которому Джованни Амброджо и его брат Евангелиста в компании с флорентийским художником Леонардо да Винчи были обязаны написать 18 декабря того же года алтарную картину, предназначенную для церкви Санта Франческо Гранде в Милане. Заказчиками выступили монахи-францисканцы из братства непорочного зачатия. При этом Леонардо да Винчи поручалась центральная часть, а миланским художникам две боковые части с четырьмя ангелами поющими и четырьмя музицирующими. Исполнение позолоченной резной рамы доверялось резчику Джакомо дель Майно. Условленная цена заказа составила 800 имперских лир или 200 дукатов. Сохранилась просьба, обращенная герцогу Миланскому, без даты, в которой Джованни Амброджо и Леонардо да Винчи сообщают о том, что закончили работу над алтарем и хотят, чтобы им заплатили за него 1200 лир, 300 дукатов. Увеличение цены они связывали с чрезмерными расходами на создание картины. При этом не упоминается их третий сотрудник, Евангелиста де Предис, умерший в 1491 году. Картина Леонардо, известная как «Мадонна в скалах», находящаяся в Лувре, как считается, не была принята заказчиком, потому что Джованни Амброджо 3 марта 1503 года единолично обратился к королю Людовику XII. К этому времени французы овладели Миланским герцогством с просьбой разрешить спорный вопрос. Лишь 27 апреля 1506 года было достигнуто соглашение, по которому Леонардо да Винчи получал расчет с условием, что закончит картину в течение 2 лет.
что, по мнению современных исследователей, указывало на продажу первоначального оригинала. Поскольку картина оказалась на территории Франции, считается, что ее покупателем был либо сам французский король, либо лицо, совершившее сделку от его имени или в его интересах. Также возникли спорные вопросы между самим флорентийским художником и его миланским коллегой Джованни Амброджо, которые поручено было разрешить монаху брату Джованни де Паньянису. Приняв первый взнос по оплате 26 августа 1507 года, Леонардо 8 августа 1508 года выдал доверенность Предису в том, что уступает ему расписку о получении средств по договору, согласно которому следовало скопировать проданную картину. В тот же день был составлен контракт, по которому Джованни Амброджо обещал создать копию картины, разделив доходы от ее продажи с да Винчи. Известно, что 23 октября 1508 года де Предис получил вторую часть платы. Наличие данных документов поднимает вопрос о степени сотрудничества между Леонардо да Винчи и Джованни Амброджо де Предисом, о вкладе каждого в создание второго варианта Мадонны в скалах, хранящейся в Национальной галерее Лондона. Сравнение обоих вариантов картин показывает их глубокое различие, как в стиле исполнения, так и во внутреннем смысле. В первом варианте мы видим четырех персонажей, находящихся в гроте, наполненном влажным воздухом, куда через причудливые расщелины вливается мягкий голубовато-зелено-золотистый свет. Мадонна, расположенная в центре картины, одной рукой удерживает коленопреклоненного младенца, а другой рукой, согнутыми пальцами, простирает над другим младенцем, благословляющим первого. Рядом с благословляющим младенцем находится ангел, который, обернувшись лицом к зрителям, указательным пальцем показывает в сторону коленопреклоненного младенца. Священные персонажи лишены каких-либо атрибутов. По мнению большинства исследователей, первый вариант картины мог быть отвергнут заказчиками из-за неясности в том, кто из младенцев является Иисусом и кто Иоанном Крестителем, и на кого из них указывает ангел. Второй вариант отличается приглушенным колоритом живописи, бледностью лиц персонажей. В нем исчезает жесткий указывающий перст ангела, появляются нимбы. Иоанн Креститель выделяется с помощью креста. Оценка второго варианта картины исследователями зависит от того, кого они признают автором картины – Леонардо да Винчи или Амброджо де Предиса. Одни и те же особенности, которые вызывают восхищение и подразумевают глубокий смысл при предложении, что они – плод руки да Винчи, мгновенно превращаются в недостаток, как только допускается, что они принадлежат миланскому мастеру. К примеру, Макфелл полагает, что обе картины могли быть созданы совместными усилиями обоих художников. При этом он находит лондонский вариант более зрелым и считает его величайшей и одной из наиболее важных картин Леонардо да Винчи. Макфелл допускает, что Амброджо де Предис работал лишь в качестве подмастерья под руководством флорентийского гения, который поручал ему второстепенные детали в своих картинах. Часть работы де Предиса во втором варианте «Мадонны в скалах» он определяет, просто приписывая художнику все, с его точки зрения, неудачные части картины. Так он видит работу миланского художника в ретуши на левой руке Богоматери и правой руке Христа, приписывает ему написание нимбов и креста маленького Иоанна Крестителя. Эджен Мюнс доказывает авторство Леонардо да Винчи в отношении луврской Мадонны в скалах, опираясь на сохранившиеся подготовительные рисунки к картине. Лондонская картина, по его мнению, написана под надзором Леонардо одним из его учеников. Эджен Мюнс находит луврский вариант несколько архаичным, тяжелым и резким по живописи, но определенно более волнующим, в то время как второй вариант картины просто элегантным. Исток разницы между двумя картинами он видит в том, что мастер был ищущим и колеблющимся, а ученик лишь копировал и старался быть приятным.
отрицает авторство да Винчи в лондонской картине и Анатоль Гравье. Лондонская картина свежа по колориту, хорошо скомпонована, прелестна, изящна, полна очарования. Но это поверхностное очарование. Лица утонченно безжизненны в своей красоте. Есть что-то тяжелое и шерстистое в их контурах. Они нуждаются в напряженной энергии, характерной для Леонардо. Ангел не испытывает недостатков привлекательности, но эта привлекательность мало возвышенная. Фигуры отличаются большей величиной по сравнению с луврской картиной. Младенец Иисус смотрит на маленького Иоанна Крестителя, как невнимательный зритель. Мадонна и оба младенца, очевидно, слабы. Короче, это скорее приятная, чем прекрасная работа, одна из тех, в которых мы не чувствуем присутствия мастера. Освальд Сирен также согласен, что лондонская «Мадонна в скалах» является копией де Предиса. Он находит ее исполнение грубоватым, более обобщенным и легким, свободным от тщательной точности и основательности живописцев Кватроченто. Исследователь полагает, что изъятие указующего перста ангела привело к лучшей группировке фигур, но лишило композицию точки опоры и линии, которые объединялись обе группы персонажей. При этом Сирен считает, что такое радикальное изменение вряд ли могло быть сделано по приказу Леонардо да Винчи. Он отмечает более широкую манеру письма копии, ее однородную декоративность, чуждые флорентийской традиции, находит значительное сходство между фигурами на картине с боковыми досками и с изображениями ангелов, относящимися к ней. Рассел Уоллейс, сравнивая луврские и лондонские варианты «Мадонны в скалах», видит различия между ними в следующем. Хотя обе картины приблизительно одинаковы по размеру, фигуры во втором варианте кажутся более значительными и в то же время идеальными. Цвета приглушены, отчего лица и тела на первый взгляд покрыты мертвенной бледностью. Однако Уоллейс не сомневается, что имеет дело с работой Леонардо, а потому находит объяснение необычному цветовому решению. Когда вскоре после Второй мировой войны живопись была расчищена, некоторым искусствоведам цвета показались столь тусклыми, что они обвинили Британскую национальную галерею в том, что она не следила за сохранностью шедевра. Однако расчистка выявила именно то, что сделал Леонардо. Все цвета были преднамеренно не подчеркнуты, они как бы полностью утратили декоративность и использованы только для того, чтобы выразить идею картины. В ней нашли отражение результаты его долгих размышлений, исследований в области светотени и поисков методов, как сделать фигуры пластичными. В результате цвет воздействует прежде всего не на зрение, как в раннем варианте, а непосредственно на ум. Он допускает, что Леонардо да Винчи, написав все, что его интересовало, переложил остальную часть работы на учеников и, возможно, на своего соавтора де Предиса. Итальянская исследовательница Катерина Джилли Перина осторожно отмечает, что современная критика склонна признавать, что лондонская картина, вероятно, набросана Леонардо да Винчи, а доведена до конца де Предисом, под надзором мастера, чью руку она узнает по грубой растушевке и чрезмерной тщательности в изображении скальных пород и растительности. К этой точке зрения близок Гостев. Он полагает, что картина создавалась под контролем и наблюдением флорентийского мастера, но при этом признают определенные технические достоинства картины. Ведь когда Леонардо кого-либо забирает с собой в верхней области, этот человек за короткое время может создать превосходную вещь. Поэтому не следует удивляться, отчего такому посредственному живописцу, как Амброджо де Предис, далась подобная вещь. А что в других обстоятельствах он остается довольно посредственным, как и прежде, это находит аналогию в аристотелевой физике, где соприкосновение движимого тела с его движителем является необходимым источником движения. Стам также считает, что создателем второго варианта Мадонны в скалах фактически является один де Предис. Он указывает на характерные черты живописи художника. Печать холодности лежит на всей картине Амброджо де Предиса. Теплая золотистость лиц
уступила место матовой бледности. Влажный воздух, наполнявший таинственный грот, покинул его. Все очертания обострились, цвета стали искусственными. Скалы словно приблизились и грозно обнажили свою суровую, бесплодную поверхность. Действительно, здесь четко схвачены особенности живописной манеры миланского мастера. Достоинство его работы исследователь видит в том, что став соответствующий по содержанию требованиям заказчика, за счет четкого распределения ролей персонажей путем введения идентифицирующих их деталей, картина помогает глубже проникнуть в суть авторского замысла. В частности, был убран указующий перст ангела из первоначального варианта картины, который мешал зрителю понять, кто из младенцев Иисуса, а кто Иоанн. Все участники действа приобрели нимбы. Иоанн Креститель, для отличия от младенца Иисуса, был наделен крестом. Тем не менее, эти изменения не смогли полностью изъять из содержания замысла Леонардо. В самом деле, теперь, когда указующий перст ангела уже убран, жест Марии может относиться только к действиям младенца Иисуса. Она не хочет, чтобы он благословлял Иоанна Крестителя, ибо знает, что в ответ тот объявит ее ребенка агнцем Божьим. Она пытается остановить роковую мистерию. Но это значит, что Мадонна не хочет примириться с предначертанной Богом для ее ребенка жертвенной участью, что естественное материнское чувство восстает против муки и гибели. Иными словами, она противится воле Бога. Человеческое начало восстает против жертвенной основы религии. Опираясь на сохранившийся текст договора между Леонардо да Винчи и Джованни Амброджи де Предисом, мы склоняемся к признанию того, что большая часть работы во втором варианте «Мадонны в скалах» была выполнена миланским мастером. Следует отметить разницу в высоком качестве передачи складок подкладки плаща Мадонны, резко отличающихся от обобщенных, жестко не спадающих складок верхней части плаща, написанных глубоким синим цветом. Складки в области колен Девы Марии откровенно беспомощны. Рисунок рук жесткий. Рука, лежащая на спине Иоанна Крестителя, напоминает руку ангела в красном. Боковой створки алтаря, приписываемой де Предису и хранящейся в той же галерее, лежащую на грифе лютни. Изящный изгиб тела ангела в луврском варианте замещается в лондонском варианте неловким поворотом, при котором складки ткани, обвивающую ногу, опирающуюся коленом в землю, несколько не согласуются с поворотом спины. Пейзаж резок и жесток. Лица персонажей отличает сумеречная бледность, сочетающаяся с тонкой искусной прорисовкой волос. Стоит обратить внимание на прозрачные радужные оболочки глаз ангела. Такие же встретятся нам еще не в одном из приписываемых Амброджи де Предису портретов. В Лондонской национальной галерее хранятся две деревянные панели с изображениями музицирующих ангелов – ангел зеленым с виолой и ангел красным с лютней, которые были куплены в 1898 году у Джованни Мельци, герцога Лоди, и происходили из церкви Сан-Франческо Гранте в Милане. Эти панели рассматриваются как части, вырезанные из алтаря, центром которого являлась Мадонна в скалах. Исходя из текста договора, заключенного Леонардо да Винчи с миланскими художниками с братством непорочного зачатия, изображения ангелов долгое время считались принадлежащими Джованни Амброджо и Евангелисте де Предисо. Однако авторство Евангелисты вызвало сомнения на том основании, что первый вариант «Мадонны в скалах» был продан во Францию, в то время как изображения ангелов остались в Италии. Возможно, первый вариант сопровождали другие изображения ангелов, которые ныне утрачены. Кроме того, живопись обоих панелей, как считает современная критика, лучше сочетается с вторым вариантом картины. А это означает, что они созданы уже после смерти Евангелисты. Следует отметить, что на настоящий момент нет ни одной достоверной работы, принадлежащей этому мастеру, которая могла бы дать представление о его стиле.
Последние исследования обоих картин показывают, что они созданы двумя разными мастерами. При этом панели потерпели серьезные изменения на протяжении своей истории. В частности, после снятия толстого слоя старого лака в 1974 году возникло подозрение, что более грубая живопись заднего плана, изображающая серые ниши, не является оригинальной. В 1975 году были взяты пробы, которые подтвердили ее более поздний характер. Позади ангела в зеленом с виолой были открыты остатки сине-зеленой живописи, которые могли бы быть когда-то пейзажем. Оригинальный фон ангела в красном с лютней включал розовые тона. В то время как авторство «Ангелов красным с лютней» уверенно отдает Амброджи де Предису на основе стилистического сходства с рядом приписываемых ему картин, авторство «Ангела зеленым с виолой» остается под вопросом. В последнее время высказывается предположение о принадлежности картины Франческо Джоли по прозвищу Наполитано, художнику круга Леонардо да Винчи. О том, что он был знаком с Джованни Амброджи де Предисом, свидетельствует тот факт, что последний был назначен представлять интересы наследников Джоли после его смерти в Венеции в 1501 году. Если предположение верно, то картина с ангелом зеленым была создана во второй половине 1490-х годов. Отмечено, что наклон головы ангела, тип лица и изображение его ниспадающих волос напоминают голову Иоанна Евангелиста на фреске «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Оценивая работу Амброджо де Предиса «Ангел в красном с лютней», Малагуци Валерий отмечает, что его фигура хорошо построена в общих пропорциях, но имеет недостатки в изображении рук. Мастеру блестяще удалась голова ангела с выразительным лицом и тонко прописанными золотистыми волосами. Он неплохо справился с изображением складок, летящей на ветру одежды, однако упустил из виду разнонаправленность их движения и местами не очень удачно связал с просматривающимися очертаниями тела. По мнению Малагуци Валерии, эта странная смесь добротного и заурядного свойства возникла в результате того, что миланский мастер был связан чуждой ему манерой флорентийского мастера. К моменту сотрудничества с Леонардо да Винчи Амброджо де Предис был известным портретистом, миниатюристом при дворе герцога Людовико Моро. В июле 1491 года он находился в Риме как член братства Святого Духа и упоминается им как миниатюрист. В 1492 году в Милан прибыло посольство от германского императора Максимилиана, чтобы взглянуть на племянницу герцога Людовико, Бьянку Марию Сфорца, и разузнать о ее приданом. Императору был послан выполненный углем портрет, нарисованный Амброджо де Предисом. Портрет понравился, после чего прибыло новое посольство, которому было поручено подробнее узнать обо всем, касающемся невесты, а заодно и привести ее портрет в красках. Известно два портрета Бьянки Марии невесты. Один из них находится в Музее истории искусства в Вене, а второй в Национальной галерее искусств в Вашингтоне.
Наличие двух портретов, а также копий с них других художников указывает, что они были написаны для заочного знакомства с невестой разных претендентов. В частности, руки Бьянки искали Альбрехт, герцог Баварский, и Матьяш, Коровинг, король Венгрии. По-видимому, Максимилиан I получил тот портрет, который ныне хранится в Вене. Оба портрета Бьянки и Марии представляют собой профильные поясные изображения молодой девушки с русыми волосами, волнами напущенными на уши и заплетенными в длинную косу. Профильные портреты на черном фоне были типичны для ломбардской школы живописи этого периода. В вашингтонском варианте на затыльник девушки состоит из тончайшего, тщательно прописанного кружева, а чехол, покрывающий косу, перевит крупным жемчугом. В венском варианте волосы вдоль лица завиты, а затылок скрыт назатыльником с каймой. В нижней части он обвивает косу наподобие чехла. В обоих случаях верхнюю часть назатыльника удерживает проходящая через лоб тонкая тесьма, которой возле ушей прикреплены подвески. В вашингтонском портрете внимание художника сосредоточено на передаче узоров платья, для чего ему приходится даже пренебречь перспективой. Узор на плечах выворачивается почти вертикально, чтобы зритель мог проследить его без искажений. Портрет носит чисто документальный характер. Фигура девушки с прямой спиной лишена эмоций, неконтактна. Внимание мастера сосредоточено главным образом на наряде модели. В венском портрете спина Бьянки и Марии немного сгорблена, углы губ опущены. Словно она с немой печалью предвидит свою безрадостную судьбу нелюбимой бездетной жены. В письме феррарского посла от 1 июня 1493 года содержится упоминание о поездке Амброджо де Предиса к принцессе Анне Сфорца, жене феррарского герцога Альфонсо. Вероятно, речь шла о написании портрета. В ноябре 1493 года Бьянка Мария Сфорца заочно вышла замуж за императора Максимилиана I Габсбурга и отправилась в Германию. Амброджо де Предис находился в числе лиц, сопровождавших невесту. Прибывая в Инсбурге, он выполнил портрет Катарины, дочери герцога Альбрехта Саксонского, бывшей замужем за эрцгерцогом Зигизмундом Тирольским, а также ее самой красивой придворной дамой.